Всем привет! С вами Прыгун. И мы продолжаем играть в игру Loch Ness. Как вы помните, в первой серии этой игры мы с вами прибыли в поместье по вызову местного лорда, что ли. И как выяснилось, он куда-то пропал. Теперь же наша задача вообще определиться, что тут да к чему. Как видите, нам нужно разыскать следы некоего Макфарли. В прошлой серии мы тщетно пытались это сделать. Честно говоря, я был уставший изрядно, перегревшийся на солнце, но поспав в этой прекрасной кровати и вдохнув свежего шотландского воздуха, я немножко пришел в себя. Теперь мы продолжаем. Так. Что у нас есть? У нас с вами есть ключ, да? Который, ну, определенно ведь должен что-то открыть. А что? Смотрите, мы имеем дневник, в котором имеются, прямо скажем, такие подсказки, да? Сперва нужно отнести вещи в комнату. Это мы сделали. Потом исследовать поместье и разыскать следы Макфарли. Так. Начать надо с кухни. Там обязательно найдется что-нибудь любопытное. Причем это даже подчеркнуто. И не забыть посмотреть, что она такое обронила на диван в гостиной. Так. Может быть, нам еще раз стоит походить по кухне. Сдается мне, не все мы там разглядели. Так, кухня у нас была, по-моему, здесь. Спускаемся вниз. Давайте смотреть. Здесь есть какой-то шкаф. Больше тут ничего не видно. Так. Непонятные колокольчики. Что к ним применить, я пока даже не знаю. Смотрите-ка. Интересно. Так, остальное мы не можем сразу взять, чтобы потом 100 раз не возвращаться к этому вопросу. Что там на колокольчике было? Леди Макфарли. Тема вызова, да? Прислуги. Так, ну давайте пройдемся, где она у нас там была. А была она у нас где-то здесь. Вот тут. А хотя кто его знает, где ее вообще комната? Так, подождите. В какие комнаты мы с вами не могли зайти? Давайте смотреть. Так. А ну-ка, что у нас есть? У нас есть ключ от покоев. Нет.
Сдается мне, что покои эти находятся где-то на втором этаже. Или нет? Так, подождите. Теперь нам сюда. Дверь на кухню. Так. Это же главная дверь, да? Входная. Нет. Так, тогда идем на второй этаж. Это наша комната. Нет. О, вот она. О, какие шикарные покои. Только эти зеленые обои, они выглядят как-то уж слишком. И что мы тут можем без спроса? Лазать по шкафчикам. Мы ведь можем. Более того, это наша прямая обязанность. Мы как-никак всемирно известный детектив. Так. Макграб. Винокурня. Макграб, винокурня. Угу. Что все это значит? Смотрите. Это что, стол с секретом? Может быть, нам надо поставить чернила? Нет. Может быть, свечку? Нет. Может быть, здесь может сработать этот ключ? А, или нам надо подцепить что-то ножом? Отнюдь. Отнюдь. Так, ну что же, ладно. Винокурня. Что-то взяли. И что же мы взяли? Давайте посмотрим. Так. Да тут ничего нового и не появилось. Не понял. Ага, смотрите. Так, использование телеграфа. Первое, включить аппарат. Второе, набрать номер для соединения. Далее набрать код идентификации. Потом посмотреть посылаемый документ на стол. Поместить. Потом поместить чистый лист бумаги на приемный стол. Ожидать подтверждения приема. Связь с лабораторией Лондонского университета. Номер 95612, код 65. Связь со Скотланд-Ярдом, инспектор Пуккабрайн. В экстренном случае номер 754-36, код 65. Использование телеграфа. Где у нас здесь находится телеграф? Не совсем понятно. Так, что я здесь пропустил?
Похоже, что ничего. Так, в эту дверь мы не можем зайти. Так, а что мы можем применить сюда? Чернила? Нет. Маграб, инокурня. Мы, наверное, можем выйти уже на улицу или нет? Так, ну что же. В этой комнате мы уже с вами все. Ну, вроде бы как посмотрели. Хорошо, ладно. Давайте двигаться дальше. Изучать поместье. Только что-то я не видел здесь никаких винокурен. Судя по звукам, тут постоянное наблюдается присутствие кого-то. Какие-то шаги слышны. Так, это у нас просто чердак. Мимо этой двери мы проскакиваем. Ух, ничего себе. Пятно крови, что ли? Ну да. Хорошо, здесь нам тогда ловить больше нечего. Какие-то шары катают, тут боулинг, что ли? Вообще надо признать, что звуковая составляющая в этой игре сделана на славу. Я вот сижу в хороших наушниках, и так все здорово слышно, звуки такие качественные. Может, теперь нам спуститься в комнату хозяйки? Винокурня. Электрический магнетизм. Так, что если нам с вами попробовать выйти на улицу? Это что-нибудь даст? Давайте попробуем. Нет, это нам ничего не даст.
Давайте тогда пройдем. Там рядом с кухней есть еще одно помещение, какое-то хозяйственное, типа прачечное, что ли. Давайте еще здесь осмотримся, что мы здесь могли пропустить. Сушатся постиранные простыни. Так, ну, совершенно ничего. Стойте. Нет. Интересно, удивительно. Удивительно и интересно. Что же мне делать? Я же вроде бы все сделал. Сперва отнести вещи. Так, интересно, как выглядит ее дочка. Старая леди представляет собой жутковатое зрелище. Разыскать следы Макфарли. Начать надо с кухни, там обязательно найдется что-нибудь любопытное. Это любопытное мы уже с вами обнаружили. Или же нет? Или есть что-то более любопытное, чем то, что видели мы. Вот засада-то. Так, сори. Это выход. Тут на стенах ничего нет. Колокольчик. Написано «Леди Макфарли». Мы его, может, можем чем-то взять? Листок этот. Хотя зачем нам это, я не понимаю. «Леди Макфарли». Что это такое? Угу. Не совсем понятно, куда это что приехало. Чашечка кофе, да? А, подождите-ка. Может быть, оно приехало... сюда? Ну да. Зачем? Странно, зачем из кухни чашка кофе приехала в прачечную? Не совсем понятно. Так, а покои у нас были где? Это наша комната. А, нет, слушайте. Вот это уже больше похоже на покои хозяйки. Так, у нас есть ключик. Интересно, он подойдет сюда? Нет. Ах, вот она лежит, господи. А я почему-то даже и не заметил ее. Точно говорю, этой женщине пора завязывать с кофеином. Да ей нужна профессиональная помощь. Она лежит как труп, да? Так, давайте дадим ей кофейку. Причем это чашка чая, а не кофе.
Странно, почему она не хочет его брать. Интересно. Тут у нее уборная. Ключи, наверное, от этой шкатулки. Нет. Ну что за засада-то такая, а? Как же нам дать ей чай? Берите чай. Чтобы поставить сюда. Или, может быть, надо было еще взять поднос, подать ей чай на подносе. Загадка за загадкой. Йоксель-моксель. Вот же столик есть. Почему она не хочет принять кофе, то есть чай на столике? Блин, давайте сходим еще раз в прачечную. Вот же елки-палки. Так, прачка на втором этаже была. Нет, нам не дает поднос. Сейчас еще раз на кухне посмотрю. Так, тут подноса никакого нет, да? Что это? Слушайте, я даже не знаю, что мне делать. Что же мне делать и как же мне быть? Пока я тут хожу, чай уже остынет. И мадам не захочет его пить. Как бы мне подняться на второй этаж? В подсказках ничего нового. Может, она вовсе и не хочет его? Чай. Хм.
Может быть, ее надо... А, может быть, нам надо добавить таблетки? О, слава богу. Неужели? Три кристалла, три самоцвета, три слезы света для Банши. Банши их ждет. Банши поможет вам. Она часто бродит по парку у Кельтского креста в полночной тиши. Там, в моей шкатулке с каменьями, если вы впрямь разумный молодой человек, вы поймете. Ей стало хуже? Так, ну, наверное, теперь ключ подойдет. Это мы взяли хлороформ. Так, ладно. Неужели она скончалась? Мы могли бы вызвать скорую. Так. Ключ. Мы взяли ключ. А от чего он? Ключ от чердака. Хлороформ, ключ от чердака. Так, больше я тут ничего не могу, да? Давайте хорошенько все посмотрим, чтобы потом 100-500 раз здесь не лазать. Так, что мы взяли? Странный рисунок. Так, я хочу его посмотреть. На нем изображена женщина с расставленными руками. Два цветка. А, Кельтский крест на фоне женщины, да? Или женщина на фоне Кельтского креста и бутылка чего-то. Так, ладно. Что, в принципе, мы... Нам что-нибудь в подсказках есть теперь? Появилось новое что-нибудь? Нет. Давайте тогда... Давайте тогда попробуем попасть на чердак. Так, а на чердак мы с вами можем попасть через прачечную. Смотрите-ка, нет. Или не через прачечную, а через кухню. Вот там у нас был какой-то проход закрытый. То бишь здесь.
А, так тут ничего и не активировано. Интересно. Как же я здесь могу еще попасть на чердак? Вот это задача. Вот задача так задача, да? Здесь у нас были еще двери какие-то непонятные. Вот она. В этом деле начинает появляться какой-то смысл. Какого... Эй, нельзя ли посветить? Сейчас посветим. Спички, спички. Так, а как же мне посветить? У меня же есть свечка. Почему я не могу зажечь спички и подсветить? Что за такая засада-то, а? Нездоровая. Ёлки-палки. Может, тут есть рубильник? Что это? Ага. Ну вот, мы с вами и подсветили себе. Это мы зашли. А нет, не отсюда. Что это такое? То ли мастерская какая-то, то ли... Фомка, ломик. Все правильно, без него никуда. Что это? Что я взял? Ага, смотрите, это схема местности. Винокурня, она расположена аж на том берегу реки. Часовня, это замок. Тут есть мост. Менгир. Крест. И оранжерея. Угу, хорошо. Это уже что-то. Осталось только понять, как отсюда выбраться. Так, пойдемте дальше по кругу. Тоже дверь. Смотрите, Шон Кэмерон. Прямо граб. Лорд Алистер Макфарли. Вот человек, который вызвал нас сюда. Мойра Макфарли.
Это их дочь. И Ураула Макфарли. Это уже известная нам мадам. Так, хорошо. Что еще? На улице уже ночь. Что такое? Что это за свет? Ну-ка. Какого черта? Что это за... Ну да, это и есть лохнесское чудовище. А ну-ка. У нас же есть камера. Так, мы с вами сделали снимок. Сразу такая тревожная музыка заиграла. Надеюсь, что я ничего не пропустил важного, потому что я это очень люблю делать. Так, а как мне теперь выйти-то отсюда? В какую дверь я вошел? Что-то я не понимаю. Что за засада? Может быть, Фомка? Нет. Так, тут ничего. А, вот смотрите, что-то непонятно мне. Три кристалла? Ну хорошо, один у меня. А где два других? И как они связаны с этим делом? И кто или что такое Банши? Давай, давай, Кэмерон, смотри в оба. А тут еще должно быть немало необследованных уголков. Не забыть всюду снимать отпечатки пальцев. Угу, во-первых, кому-то очень не по душе мое пребывание здесь. С чего он сделал такой вывод? Во-вторых, в глубине озера творится нечто странное. В-третьих, придумать способ выбраться отсюда. Прямо аж два раза подчеркнуто и с восклицательным знаком. О нет, о да. Давайте тогда думать, как это сделать. Не хочется мне заканчивать серию на том, что я не знаю, как выбраться с чердака. Что-то будет мне как-то совестно за это. Хотя, кто знает, может быть, все-таки придется так поступить. Так, ну... Не могу это сфотографировать, нет? Нет, не могу. Что это такое? А, это дверь. Да? Такая темнотища здесь, что... Глаз выколоть. И разницы не почувствуешь. Ну давайте попробуем еще раз его сфотографировать, что ли? Нет. Может быть, отпечатки пальцев, а чем их снять? Думай. Может быть, выломать Фомкой? Я же пробовал уже. Нет, не получается. Никак не получается. Это точно засада. Тут есть молоток, но мне его не предлагают. Есть лестница.
самый очевидный вариант – это взять или молоток, или лестницу. Ну-ка, пойдемте посмотрим. Сейчас я еще походу буду посматривать здесь чуть-чуть, что я мог здесь пропустить. Все в паутине. Ужас. Ужас. Нет, мне лестницу даже не предлагают. Вот что удивительно. Хм. Вот тут ведь какая-то тоже дверь есть. Отлично. Что же здесь творится? Что же здесь творится? Я ничто тоже... Ничто не прочищает мозги так, как глоточек выдержанного кэмероновского виски. Нет, мы против алкоголя. Кажется, в гостиной были бокалы. Ну, ты вообще хочешь выпить и забыться, что ли? Мне тоже очень интересно, что это такое и к чему все это, друзья. Но... Дело в том, что мы будем продолжать уже во второй, то есть в третьей серии. В принципе, что я могу сказать? Ну, игра интересна. Хотя здесь, судя по всему, такой линейный сюжет. То есть вот пока ты не сделаешь вот этого, вот пока не зажгешь эту свечку, именно этой спичкой, ты не пройдешь дальше ни на йоту. Ну ничего, будем разбираться. Будем изучать эту игру, а потому что мне все-таки интересно узнать, что здесь происходит. К чему вся эта история вообще? Во что она выльется? Надеюсь, вам интересно так же, как и мне. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Если не понравилось, тоже пишите комментарии, ставьте дизлайки. Как я уже говорил, конструктивная критика приветствуется. И до встречи в следующей серии. Пока!